Стрелковый спорт – один из самых зрелищных и динамичных видов спорта. Здесь спортсмены соревнуются не только в физической выносливости, но и в выдержке, и в точности выстрела. В стрелковом комплексе «Профессионал» проходят уникальные и невероятно масштабные соревнования по стрельбе из лука. Здесь собрались спортсмены из 63 регионов страны. Прямо сейчас мы с ними познакомимся, узнаем, что такое 3D-стрельба и каких видов бывают луки. Здравствуйте, меня зовут Алина Успенская, и это специальный репортаж на МТВ. Одно движение руки, и стрела летит точно в цель. На первый взгляд может показаться, что стрелять из лука очень легко, нужен только хороший глазомер. Но на самом деле даже просто растянуть тетиву весьма непросто. Спортсмены годами идут к высоким результатам и неустанно тренируются. Светлана Лаптева занимается стрельбой из лука 11 лет. Этот вид спорта пришел в ее жизнь случайно, но влюбил в себя буквально с первых минут. Атмосфера прекрасное. Общество лучников, оно всегда очень доброжелательное, очень теплое. И находиться просто в этой атмосфере, это, конечно, высшее наслаждение. Вот. Поэтому могу сказать, что данный этап проходит прямо на очень хорошем уровне. Нужно уметь отрешаться от всего и быть самой собой. Вот есть мишень, а ты – лук, стрела. Больше ничего не существует. На площадке стрелкового комплекса «Профессионал» собрался золотой состав России. Большинство – это именитые спортсмены, которые приехали показать свое мастерство и получить заслуженные награды. Но есть и новички, для которых соревнования станут отличным трамплином в успешное спортивное будущее. В этом году «Профессионал» проводит большое количество разнообразных турниров. В преддверии майских праздников мы получили 4 соревнования подряд. Все это из стрельбы из лука. И каждый турнир, если его отдельно как-то разбирать, он хороший, интересен по-своему. Есть соревнования, которые рейтинговые, этапы Кубка России, всероссийские соревнования. Есть также в череде этих турниров и коммерческий турнир «Промастерс», который мы уже продвигаем 3 года. Любовь к спорту, она объединяет и помогает нам, как организаторам, сделать турнир, сделать обстановку вокруг турнира именно той самой, чтобы каждый человек, будь то зритель или спортсмен, чувствовал себя комфортно. Организаторы очень серьезно подошли к подготовке масштабных соревнований. Специально для прямой трансляции был сконструирован большой экран. Он позволяет охватить все площадки, показать всех спортсменов и каждый победный выстрел. Хорошая организация, удобный комплекс. Хорошо подготовлены команды Москвы, Самары, из Дагестана. Очень достойные соперники. Один из видов соревнования – 3D-стрельба из лука. Стрелки соревнуются в условиях естественного ландшафта. Необходимо точно определить, какое расстояние нужно для выстрела в мишень. А вот такие интересные мишени используются в 3D-стрельбе из лука. Это муляжи самых настоящих представителей фауны – лис, волков, сов и так далее. Задача стрелка – попасть в муляж. Он разделен на несколько зон, и в зависимости от того, куда попадет стрелок, начисляется то или иное количество баллов. Кстати, муляжи полностью соответствуют своим реальным прототипам по размеру и весу. Другой вид стрельбы из лука – таргет-стрельба. В этот раз задачу спортсменам усложнил ветер, но это лишь добавило азарта и радости заслуженной победы. Таргет-стрельба, стрельба по бумажным мишеням на фиксированную дистанцию. Вот сегодня мы стреляли 50 метров. Мы сейчас стреляли 2 дистанции по 6 подходов, в каждом подходе по 6 выстрелов. То есть суммарно 36 плюс 36 – 72 выстрела. Вот, на первой дистанции я попал 288, на второй на 1 очко меньше 287. Видов стрельбы из лука очень много. Каждый, кто хочет попробовать свои силы в этом виде спорта, точно найдет то направление, которое ему ближе. Особое внимание стоит уделить снаряжению. Лук называется блочный лук за счет того, что у него как раз идет вот эта блочная система. В чем основное отличие от олимпийского вида? В том, что когда ты растягиваешь лук,
за счет блоков происходит сброс веса. К примеру, вы растягиваете 26 килограммов, но после того, как сработала система, вы, ну, примерно половина килограмм сбрасывается, и ты в растяжке держишь уже не 26 килограмм, а 13. Это прицел, через который происходит, собственно говоря, прицеливание. Вот здесь вот на тетиве есть точка, в которую мы смотрим, и совмещая с основной линзой. Вот это называется полочка, куда у нас закладывается, собственно говоря, сама стрела. И вот это устройство, это называется релиз. Релизы бывают разные, они бывают вот как у меня, которые фиксируются на кисти. Есть релизы Т-образные, которые вкладываются прямо в ладошку. Мы защелкиваем, собственно говоря, на петельки, и благодаря этому мы растягиваем. Турниры всероссийского и международного масштаба в стрелковом комплексе «Профессионал» позволяют чемпионам доказать квалификацию, а начинающим спортсменам набраться опыта и пообщаться с мэтрами стрелкового спорта. У нас очень много именитых спортсменов приехали в город Волгоград на первый этап Кубка России. Так как у нас в этом году запланировано 4 этапа Кубка России плюс финал Кубка, который пройдет на Байкале, у нас будут в этом году чемпионат России, который пройдет через месяц уже на Алтае, и международные соревнования в Республике Дагестан. Также у нас будут всероссийские соревнования в Кавминводах. В Волгограде стрельба из лука с каждым годом становится все популярнее. Во многом это заслуга коллектива стрелкового комплекса «Профессионал». Не только профессиональные спортсмены, но и любители активного отдыха с удовольствием овладевают новыми навыками и наслаждаются потрясающими пейзажами комплекса. Спорт по интересу. Во-первых, это что-то напоминает для кого-то охоту, для кого-то напоминает детские фильмы, как смотрели про индейцев, все остальное. Плюс и это спорт. И поэтому он сейчас у нас возрастает. Это позволяет и проводить время, и развиваться физически. И, в принципе, эти те виды спорта, которые доступны, будем говорить, многим. И если ты не можешь физически бегать или прыгать, то ты можешь стрелять. Если вы мечтаете, как герои любимых фильмов, ловко обращаться с луком или просто отдохнуть от городской суеты, добро пожаловать в стрелковый комплекс «Профессионал». И кто знает, возможно, совсем скоро вам будут вручать награду, и вы займете заслуженное место на пьедестале среди именитых спортсменов.